Ну что, Оля, на следующей неделе уже полуфинал. Скажи, пожалуйста, нервов-то хватит? Не знаю, как мира, здоровья больше нет. Мы его положили. Здоровье здесь, на этом проекте. Дай бог выжить. Выживем, выживем. Ну что вы, мы же как Дункан Маклауд, понимаешь, нас бьют, а мы крепчаем. А на этой неделе Кнопка тебе подкинула образ Григория Лепса, за которого так в последнее время взялись серьезно американские власти. И вообще странных звонков никаких не поступало, там угрозы какие-то или там приглашение прийти поговорить? Приглашение на свидание разве что. С Григорием Лепсом? Нет, вы знаете, я даже звонила Григорию Лепсу, чтобы он как бы дал мне свое благословение, но он не взял трубку. Даже не взял трубку? Скажи мне, я так поняла, что осваивать мимику его, жесты, все это пришлось самостоятельно, исключительно все, и благодаря самостоятельно, все благодаря YouTube, да. Все YouTube. Но... Уже, уже. Опа. Я думаю, что это будет весело, во всяком случае. Весело. Я уверена, что он увидит и тоже похохочет. Порадуется. Порадуется, да, не похохочет, порадуется. Давай рассчитывать на это. Ночь по улице прошла. Не, давай слова возьмем. Давай возьмем слова, потому что это никуда не годится. Ну что же, Оля, дорогая, я тебя приглашаю в лифт. Спасибо. Держись, пожалуйста, сил тебе и здоровья. Сейчас лифту придется поработать на всю мощность, потому что сделать из красавицы Оли Поляковой Григория Лепса, ой, задача не из простых. Прошла звездной поступью цариц, слов и чисел простота у небесного моста раскидала перья птиц. Не забудутся никем губ, обиды, глаз. Забери меня в свой плен, эту линию колен целовать последний раз. Только рюмка водки на столе, ветер плачет за окно. Тебя отдать парусам и троне птиц. Может даже не понять, может даже не узнать среди тысяч женских лиц. Пусть глаза мои молчат, но
молча смотрят на луну. Если кто поймает взгляд, не воротится назад. Сам не знаю, почему. Браво! Браво! Григорий Лепс! Григорий! Ты нравишься мне. И ты мне тоже. А ты нет. И слава богу, я бы не хотел, чтобы я нравился такому Григорию Лепсу. Начнем с Сусанны Чехен, которая всегда оценивает вокальные данные в первую очередь. А по поводу вот Лепса, мое первое знакомство с его творчеством, в общем-то, не произвело вот особого впечатления, но это буквально вот первое, совсем первые вот песни. А что касалось вот визуального видеоряда, и такой же эффект у меня был, вот когда я впервые увидела Олю Полякову. И потом, извините, Оль, но потом, что я хочу сказать, когда ближе знакомишься с персонажем, с Лепсом, точно так же это и в вашем случае произошло, настолько затягивает эта энергетика ваша, настолько ты раскрываешь, вот как картина, вот на которую смотрел, да, так вот мельком бросил взгляд и не заметил, а потом тебя просто втягивает в эту картину, и ты открываешь безумное количество нюансов. И прежде всего, конечно, это энергетика сумасшедшая. Браво! Брависсимо! Спасибо! Андрей. Продолжим. Андрюха, давай ты. Как-то сейчас думаешь, да, какие-то... Братан, ты что такой серьезный? Ну, я припух, понимаешь? Я сам припух, пока пел. На своем языке говорят. Да, на своем поговорили. Я вообще в момент этой песни вспомнил такой эпизод, связанный с нашей творческой деятельностью вместе с Антоном Лирником. Как-то нас занесло в город Тамбов. И как раз в этот день у нас был концерт и день рождения. Антон праздновал свои 45 лет. Вот, и как раз 14 февраля у Антона день рождения, как раз в день влюбленных. Вот, и пригласил, говорит, давайте, ребят, после концерта всех в ресторан. И я думаю, ну вот что подарить лучшему корешу своему, лучшему корешу? И я нашел, там было караоке, и я подарил песню. Рюмка, да, да, я вот эту рюмку, да, Антон знает, как я пою, поэтому я тебе даже... Если ты пел? Да, я пел, да, я ты пел. Можешь изобразить прошу, для всех, чтобы все представили, как это? Нет, нет, я не буду петь, это я вам... Это не поднимет рейтинг этой передачи, точно. Ну, настроение, просто не, поржем. Я тебя прошу. В Ютьюбе выложим. Нет. Ну, пожалуйста. Не, ну...
Тогда с музыкой. Потому что когда нет музыки, я теряюсь. Перемотайте на припев, пожалуйста, сразу. Я резко не вступлю. Куплет первый. Мы со вступлением. Давайте. Запускайте. Иди. Ты пока дойдешь. Запускайте, пока он дойдет. Вот отважный. Давай, все нормально. Налейте ему кто-нибудь. Да, нога, Андрюх. Вот это. Это я типа в караоке. Посмотрите, Отлично! Смотрите, вот, ну, Андрюха, вот... Сейчас, подожди, вот. Колобок оценки поставишь. Вот ему же грудь и вылитый лепс, и все. Спасибо тебе, Андрюха, спасибо большое. Аплодисменты! Два лепса на сцене. Браво! Антон, у меня только один вопрос к тебе. Ты после этого исполнения посидел, скажи, пожалуйста. Да. А еще у нас отлично пела про рюмку водки на столе. Это очаровательная барышня. Девочка, ты молодец. Родители заботятся о хорошем репертуаре. Но продолжим. Мы не выслушали всех членов жюри. Людмила, вам слово. Вы можете назвать какое-нибудь другое шоу, где мы получаем такой кайф? Это невероятное, но это здесь, сейчас, с нами. Это такой импульс, это такая энергия. Это не сделать, кроме тебя, никому, вот так, как сделала ты. И непонятно, похвалила или поругала. Так, как сделала ты, не сделать никому. Мне правда понравилось. Роман Григорьевич, понравилось ли вам? Скажите. Мне кажется, вопрос в том, что сегодня каждый номер, каждый исполнитель, который выходил на площадку, уникален. Клянусь, я же видел в мире столько. Вот то, что сегодня здесь, по духу, по небу, по безумию, по таланту, нигде в мире нет. 100% за вас. Понимаете? Конечно же, конечно. Эта земля святая и отмеченная свыше такого количества талантов нет нигде. Я уже как вы. Нет. Пойдем, я тебя провожу. Сырые яйца, молоко, мед. Пойдем. Григорий Лепс, Оля Полякова. Лечиться, лечиться, лечиться.